Партнер програми – торгова марка Old Collection. Old Collection – найкраще від корпорації «Бісквіт Шоколад». Інформаційний партнер програми – журнал «Губернія». Краще видання року. «Губернія» – тільки корисна інформація. «Губернія» – ексклюзивні коментарі. «Губернія» – сторінки історії та сучасності. Вітаю вас! З вами програма «Істини». Сьогодні в нас в гостях глобальні мандри життєвих змін Сатьявана та Лілани. Вітаю вас! Почнемо з того, де ж ви побували. В яких мандрах, в яких країнах? І що це таке? Це ваш бренд? Чи це спосіб життя? Чи, можливо, щось інше? Ну, це і бренд, і спосіб життя, і щось ще. О чому ми будемо говорити? Тому що образ життя, він определяється на результати. Не якісь там практики, яким-то чим-то позанімався, як мене от спрашують в йогі, або Лілану спрашують, а як же, от що потрібно зробити, які методи? Ніяких методів. Якщо це просто становиться життям, тогда это дает результат. А когда-то в Средней Азии, я когда-то шел по горам в одиночку, это первое путешествие было, когда меня мой учитель... Так сказать, сколько роков? Мне около 60. Тоги, ну, так. Сколько роков? А пробовал? Тогда было 25 лет мне. Вот. Это 70-е годы было. И я, значит, по настоянию учителя, он говорит, просмотри, провидь, что и куда тебе нужно попасть. Я так посмотрел, увидел карту, высветилась там каким-то таким светом красным, там эта карта, и я прям... По мир, говорю. Он говорит, ну и езжай туда. И я 40 дней там путешествовал с легкой сумочкой, без рюкзака, без ничего, в одиночку и все. И как-то на каком-то перевале меня один, значит, аксакал там, местный чабан, говорит, куда идешь, зачем идешь, чай не пьешь, зачем идешь, иди сюда, чай, лепешки. В общем, короче, меня везде тормозили, и так вот я... Через накормили. День, через два кормили меня, все нормально, не пропал, путешествовал много, в общем, много всяких волшебных ситуаций там, много мудрецов там повстречал, я их и искал. Вот так вот были мои разведки и путешествия. То есть как снялся с того времени, так и путешествую по сей день. Сейчас это уже почти как жизнь и профессия одновременно. А как вы приедналась до этого всего, чи иншого выбора у вас не было? Почему глобальные путешествия, собственно говоря? Потому что у нас, если мы едем в какую-то вот поездку, да, мы всегда нацеливаемся на то, чтобы посетить как можно больше мест, как можно больше стран, ну, если это, скажем, в рамках одного континента, да, и как можно больше мест. Поэтому путешествия, я уже говорила это и в радиопередачах наших, у нас очень динамичные. Иногда говорят даже, а вот это галопом по Европам, для чего, значит, вы это делаете? Ну, естественно, что мы же следим за нашими людьми, за нашей группой, вот, и всегда вот бережем, скажем так, состояние наших людей для того, чтобы люди могли адекватно путешествовать и воспринимать хотя бы что-то, воспринимать. Вот, для того, чтобы потом получить впечатление и, естественно, это все тобто в жизнь воплотить. Тобто стан души людини, яка з вами мандрує, дуже важливий. Обязательно. Это первое, на что мы, в принципе, ставим. У нас даже есть, у меня раньше был тренинг такой, назывался он «Путешествие к душе», потом я как бы от этого всего отошла. Почему? Потому что сейчас у нас вот именно глобальные путешествия наших перемен жизненных, это тогда, когда человек едет с нами, открывает, ну, скажем так, порыв своей души, порыв своего духа, порыв своей души. И одновременно новые континенты, и новые страны. Безусловно, в этих континентах, в этих новых странах происходит, ну, как бы, переворот, такая трансформация, то есть все эгоистические моменты, они потихонечку начинают рушиться, да, а возникает некий порыв души, которая, собственно говоря, пришла в этот мир исполнить свою миссию. А цікаво вам спостерігати за тим, як люди реагують на інші країни, на життя? Это в бытовом языке у психологов всегда называется колбасит. Вот люди современные, молодежные слова. Но, к сожалению, так оно и происходит. По групповым каким-то причинам, между собойчики какие-то начинаются, по общению с этносом и с другими нациями, с другими территориями, и по энергетическому, со святыми местами, с энергетическими местами, и в общем, вообще с планетой, с погодными условиями, все, в общем, по-разному может человека колбасить. И мы это урегулируем, потому что у Лиланы огромный опыт, она и психолог, и мастер рейки, поэтому, и еще и медик.
Так, а у вас це заняття по душі, чи ви... Немає іншого вибору, за ним треба слідувати. Ні, звісно, по душі. Ну, Сергій більше займається такими організаційними питаннями, хоча я, в общем-то, теж, ну, где-то там підключаюсь к этому, если есть необходимость. А в принципі, как бы, ну, робота з людьми це моє призвання. І для мене, как бы, люди це не матеріал, для мене це спосіб обучення, скажем, моєго обучення. Свою душу шліфую. Да. А скажіть, будь ласка, в яких країнах ви побували? Всю Латинскую Америку, Антарктиду и всю весь Индокитай, Гималаи, Тибет и, в общем, вот а это. Что вот. Цікавого в Антарктиде? Я бачу, вы в Антарктиде. А, да. Антарктика. Это прям там на корабле получилось. Мы туда летали самолетом, потому что времени просто не было. И поэтому плавали там уже 6 дней и перелетом туда и обратно. То есть нас сразу на русский корабль попали. Чего интересного? Ну, кто не был в Антарктиде, конечно, и кого интересуют красоты, вот эти холодные красоты, голубые цвета, вот как сейчас на экране, тот, конечно, там ахнет, потому что там эти льды обнажаются, которые миллионы лет прессовались там, и, конечно, когда отваливается огромная льдина, и она вот так из каждой щели сквозит даже без солнечного света, хотя мы были, ну, зимой, это у них там лето, солнечный свет бывает, но когда солнечный свет, это особо просто... Такая голубизна, которой даже на небе такой голубизны нету. Там чистое небо бывает, можно сгореть даже. То есть вот многие даже художники вот так вот протирали глаза. Неужели такой голубой цвет бывает? Вот этого вот человек там наестся, вот этой красоты голубой, холодной, белой. Ну а меня интересует еще, естественно, холодная вода и вообще сам лед, энергия льда, снега, холода. А какие наиболее... Мандрику. Ближайшие, конечно, в теплые страны. У нас 12 февраля группа полетит, и вот мы всех приглашаем, кто хочет с нами поехать. Вот, это в сайте найдете satyavan.narod.ru. Вот, и мы собираем группу где-то на 12 февраля, и мы поедем в самые красивые острова Андаман-Никобар, на Андаманы. Они относятся к Индии, но они 4000 километров на восток, в правую сторону по карте, рядом с Бирмой, они не возле Индии, а 3000 километров где-то с чем-то, рядом с Индией. Еще и там цикавого было. Это самые волшебные острова, там огромные деревья, вот, и там очень такая буйная природа, и вообще энергетическое место стало от из отрицательного, в котором раньше, там была тюрьма. Так. Когда-то гноили там людей, англичане и все. Но до этого было древнее население там жило. А сейчас это прекрасный курорт, куда просто рвутся иностранцы все больше и больше, потому что там белейшие пляжи, чистейшая вода. И мне один даже туроператор сказал, что Сатьяван, не ищи, более красивых островов в мире нету. А я бывал на Таиландских островах, еще там на многих островах бывал. И вот там, конечно, аховое. Там еще самое интересное, что деревья наползают большой листвой на пляже. То есть там в тени ходишь, то есть там не печешься, хотя это близко к экватору. То есть там в этом смысле тепло, приятно, равномерный климат такой. Конечно, есть сезон дождей, который 6 месяцев, значит, с весны по осень. Но зимой, в это время, когда мы будем, там будет тепло, довольно душно, но не будет дождей, будет ясное солнце. В общем, красивые закаты и восходы и огромные деревья. Вот это поражает. А деревья просто так плохой энергетики не растут. Особенно если там бывает на берегах, с одной стороны там острова есть, где мы там будем, хавлок, так сказать, наверное, как замок в переводе. Хав это иметь, а лок это замок. Значит, наверное, замковый какой-то остров, как-то так его назвали. И вот он там самый популярный, там куча пляжей, куча там этих отельчиков бунгального типа и не бунгального типа. И там есть одна сторона острова, где большие волны приходят. Ну там обычно мы не останавливаемся, чтобы опасности не было, а на таких коралловых местах, где рассыпаются волны, где не бывает волны цунами. А с той стороны волны цунами приходили и в заливы большого острова приходили, но они почему-то за 50 метров огроменные деревья в 10 этажей нашего дома, и они не поломаны, ни одно дерево не поломано. Они как космолеты, эти крупные корни, то есть волна туда била, но деревья все стоят. И сотни лет, и тысячи лет стоят эти деревья. Им там каждому, наверное, по 300, по 500 лет, а то и больше. То есть огроменные, просто там чувствуешь себя в стране чудес. А что вам до вподоби, когда вы мандруете? Все начинается с того, что выступая перед определенной аудиторией, ну вот там 200 человек, 300 человек, 400 человек,
мы рассказываем о своем образе жизни, мы рассказываем о своих этих путешествиях, глобальных путешествиях, и рассказываем очень много, даем, вернее, различного рода много информации, что может человек получить в этих путешествиях. Плюс мы еще и занимаемся, но мы занимаемся как бы не занимаясь. Потому что когда человек попадает в новое пространство, я всегда говорю, вы сели в самолет, оставьте все прошлое в прошлом. Жизнь прорабатывает. Идите просто вот как бы навстречу новому, неизведанному, и Бог вам как бы поможет. Вот есть Бог, есть вы, больше ничего нет. И человек, когда с таким мотивом садится в самолет, то, в принципе, очень здорово. Переосмысление приходит. Да, да. Мало того, что вырывается человек из обычных рамок собственных, да, у него происходит какое-то расширение его сознания, мировоззрения и так далее. Откуда-то уехал, куда-то еще не приехал. Да, и вот там уже начинаются всевозможные трансформации с человеком. Там, именно в этих пространствах. Поэтому наша задача проконтролировать, ну не то, что проконтролировать, а как бы прожить, что ли, вот с этими людьми, с которыми с нами едут, вот то время, когда они переживают то, что они переживают. А як у вас на це все вистачає сили, натхнення? Тому що з людьми не завжди легко. А любимое дело. Да. Когда любимое дело. Когда есть любовь, все получается. Вот ничего не получается, когда нет любви. Когда вообще нет любви, это ад. Все, что есть любовь, это все есть, как говорится, Бог. Вот, Бог есть любовь, все. Поэтому, когда все делается в любви, вот в неком таком понимании, что вот есть Бог, есть любовь, и мабуть, все получается. Ну, конечно. И тогда они реагируют иначе. Конечно. Но еще и между собой у нас тоже на волне любви, когда мы и сами в этом. Поэтому тогда народ это чувствует и легко. И это сближает вас. У вас есть цель, до которой вы разом идете? Да нет цели, это процесс просто. Ее нет, этой цели. Процесс, он важнее, да, честно говоря. Он всегда приводит к результату. А скажите, пожалуйста, как вы відновлюєте свои силы? Как вы відновлюєте себя после этих всех поездок? Ну, первое, что мы делаем, мы всегда отдельно, как бы энергетически отдельно, да, останавливаемся от людей. Но если, конечно, мы уже с группой, то есть не делаем общежитие, мы раздельные номера. Да, понятно, это раздельные номера, избегаем. И для того, чтобы человек мог или люди, или группа людей, как нравится уже, как они там будут там взаимодействовать там между собой, чтобы каждый имел возможность привести себя в некое гармоничное состояние, и мы в том числе. Ну и кроме этого, в принципе, у меня образ жизни такой, что я вообще как-то ритмично все с утра встал, священно вышел там на берег океана, пусть не доспал, но залез и зову с собой людей, которые хотят побыть в этом в одиночестве, но вроде бы вместе, но при этом безмолвное одиночество. Оно очень полезно, потому что человек потом лучше путешествует. Встали, доползли до океана, плюх, и говорю, лежать, 3 часа вот кваситься и лежать. Пусть ты не доспал, спи вот сейчас в океане. На плавной такой волне там. Если большая волна здесь, отплыл туда подальше, сквозь волну прошел, и там вот я многих там, потому что у меня отец моряк, и я поэтому умею и спасать, и завозить людей сквозь большую там волну. Вот, и там человек лежит себе, лежит, хочешь молитву произноси, хочешь там мантры, хочешь там просто дыши, так сказать. Но все равно это какое-то божественное отношение должно быть к стихии, тогда у тебя будет все спокойно, хорошо. Это все безопасно. И тем более вокруг Индии, как правило, нет никаких опасностей, никаких акул. Лежи там 3 часа и все. Потом народ, когда собрался на пляже, солнце уже начало печь, выплываешь, там позанимался йогой, вот, посидел в своей какой-то практике. И все вот это вот такое вот вроде бы вместе и безмолвное общение, оно очень полезное. А що потім люди відчувають, як вони реагують, як коли зустрічають вас через місяць, 2, 3? Это в основном... Все рады нас видеть, уже редко бываем. Да, есть, во-первых, все рады видеть, когда
встречаются, это раз. А во-вторых, если даже и были какие-то там напряжения у человека, да, и мы смогли это все как-то уравновесить, идет, конечно, такая вот прям волна благодарности. Те, которые ездили с нами, ой, ты ж нас спасла, ты ж нас спасла, ты нас вывезла, там у одного пожилого где-то больше под 70 было. Петро у нас был один. В самые последние дни просто оставил сумку, как-то отошел, все украли в поезде. Последние там пару сотен долларов, ну это ерунда, но важно, что потом его приходилось тащить, да, спасать, вывозить из этого дела. И Лилана это все сделала, довезла до Харькова, потом да, в Киев отправила. В общем, это к вашему вопросу по поводу того, бросаете ли вы кого-нибудь. Нет, мы всегда как бы всех вот, как детей, мы взяли у родителей, всех надо, ну, значит, да, доставить. Лилану часто называют, да, то есть да, вот мамочка, бабушки, дедушки в прошлом году ездили, всем от 60 до 70, все говорят, ой, ты нами как мамочка там возилась, вообще на фестивале. Скажи, пожалуйста, вот зараз люди більше мандрують? Да, сейчас гораздо больше путешествуют. Не тільки беруть все матеріальне, а розуміють, що, да, є, да, щось, да, що можна пізнати, що можна знайти. Познавательне і таке вот, ну не все хотят меняться, но они понимают, что они меняются, и это хорошо после путешествия. Ну вы путешествовали, вы это понимаете. Переколбасит, потом уравновесится. Перебесится и уравновесится, как говорят духовные люди. Вот так. А какие ваши цели на майбутнє? Є якась ціль, яку ви бажали б досягнути? Чи то в мандрах, чи то в якихось речах в вашому житті? Ну, у мене так божественне равновесие, это раз. Во-вторых, значит, побывать, может быть, еще раз в Антарктике, я уже бывал и снимал. В Арктике я хочу много мест побывать, тоже там бывали мы с Лиланой. Вот, и сняли фильм по Соловкам, кстати, по Святой Обители. Тоже, кстати, была тюрьма когда-то раньше.